Здесь рисовые поля. Рисовое поле, видела? Ну, рис в шелухе. Растет он под водой. Растить его очень сложно, но штука ценная. Ужасно ценная. Я предлагала взять мою машину. Во-первых, я автомат водить не умею. И не хотел, чтобы ты устала. Разве я не прав? Ай, Аллах, Аллах, как это ты автомат водить не умеешь? Простые вещи не для меня, они раздражают мой организм. Ай, Аллах, а говорил, что не ретроград. Ну что ты, напротив, я постоянно во времени путешествую. Вот, вот, посмотри на себя со стороны, как я на тебя смотрю. Ты повязала платок, он тебе идет, мне нравится. Что ты хочешь сказать? Да вот же, вот, вот смотри, смотри на меня. А теперь посмотри на себя, повернись, взгляни в зеркало заднего вида, посмотри на себя, на машинку, вот. И? Ладно, теперь отойди. Топ-топ-топ, отойди и смотри на нас троих, давай, смотри. Ты, я и машина, посмотри издали. Сбоку, сверху, сзади, прямо. Смотри, как тебе хочется. И ты всегда увидишь нас троих. Себя? Меня? И машину. А теперь перенесись вперед во времени. Представь, помечтай о нас. Что ты видишь? Я вижу двух идиотов, которые отправились в путешествие на старом Редване. А, прости, Аллах, все ты об одном. Я говорю об эмоциях, о чувствах. Ты пойми, ты не смотри глазами, ты сердцем смотри, душою. Я бы сам хотел так смотреть, да не могу. Рядом с тобой я как будто в кинофильме снимаюсь. Словно живу другой жизнью. Я бросил тебе конец веревки. Осталось потянуть, Клеопатра. Ну, потяни. Да-да. Может показаться, что мы снимаемся в сериале. В очень стареньком. Нет, сериал не про нас. А нас только фильм. Только турецкий фильм. Что там? Слова Арисе были к чему? Я говорил, чтобы развлечь тебя, веселил. А, путешествие во времени окончено? Уже пора взглянуть фактам в лицо. Да, позволь вернуться в реальность. Mm-hmm. Мы застряли посреди дороги. И это надолго. Ты шутишь? Иногда и я не шучу. Ай, Аллах, ай.